говорил Мартину Лютер Кинг, кажется, такой, как у меня есть мечта. У него была своя мечта, у нас есть своя мечта. У нас есть мечта, чтобы мы танцевали под шатром, потому что иногда приходит дождь, дождь нам еще больше нравится танцевать, как он мог признать, вот эта романтика, танцы под дождем. Но мы, в общем, друзья, решили танцевать новый спор, лиственница-лиственница, а шатер с шатром. Поэтому, друзья, всех поддержавших нас в коробочку, я заранее благодарю, спасибо большое за вашу поддержку. Мечтаем о шатре над стрелкой. Представляете, мечта? Такой джум-джум-джум раскрывается, а потом листья на сустере. Согласились, гигопы, и все. Дорогие друзья, я вас приглашаю на продолжение нашей программы. Это будет русский вальс. Пожалуйста. Трижды мы станцуем хореографию Ивана Николаевича Кусова. С первой позиции стоп, с шестой позиции души. Музыка звучит. Очень долгое приглашение, мы танцуем под канон ре-мажор. Иоганна Пахельбели, пожалуйста, музыка будет звучать с приглашением. Выход мужчины. Мужчина поправил бабочку, поправил шпагу. Девушка отряхнула 8 юбок и сделала реверанс. И, пожалуйста, с правых ног скользим по паркету. 2,
Трезящная танцу. Раз, два, три, четыре. Раз. О, какие манеры. Посмотрите на миг. О, блес. Мне немножко получается по-французски с кавказским уклоном. Простите заранее. Три, четыре. Раз. Смена мест. И переход партнера. Приветствие новой дамы. Здравствуйте, бонжур. Он отвечает ей, он отвечает либо язык веера здесь применяет. Лицо вправо, раз. И влево. Он изящно подает руку, она отвечает ему. И переход партнера. Танцорам нашим. Спасибо музыке, спасибо оркестру, друзья. Вот это было с Валей Феррери. И Юрий к нам пришел. Неужели, неужели? Вы же ездили, вы к нам откуда? Из Балагова. Дальше. Вот это да, знаете, на электричке, ради танцев. Патриотизм. Спасибо, друзья. Я вас приглашаю на следующий танец. Это будет полька. А какая-какая? У меня сейчас есть на часах такой розыгрыш, и там выбирается полька какая. Леночка говорит, карнавальная, друзья, пожалуйста. Наша любимая полиня танца. Четыре польки, четыре галопа. Разворот вокруг себя, потом расходимся, сходимся и счастливо живем. В конце должно быть все счастливо. Итак, друзья, приготовились с приглашением. Карнавальная полька. Приглашение мужчины, ответ дамы. Полька. Раз и два. Внутренней ножкой, внешней ножкой, внутренний галоп. Раз, два, три. Вокруг себя разворот и расход. Раз, два, три. Хлопок. И житая в ножках. И медленно, медленно, быстро, быстро. Тянуй приток сначала. Раз. Еще полька. Галоп. Раз, два, три, четыре. Вокруг себя разворот, расход. Раз. Быстро и сначала полька вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Thank you.
Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас каждую неделю есть спонсор. Сегодня это общество с безграничной ответственностью. Танцуй всегда, танцуй везде, танцуй каждый день. Сегодня нам это общество подарило небольшую конфетку, небольшую корзинку конфет. Поэтому, если вдруг у вас углеводные падения, обязательно возьмите конфетку. Общество написало мне записку, пусть берут по одной. Но я думаю, что, ну, в общем, в критических ситуациях можно взять и две. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы переходим к следующему танцу. Это будет какой-то невероятный танец. Что же это такое? Что же это такое? Я даже сам не знаю. Итак, друзья, ча-ча-ча. Пожалуйста. Вот накидают мне каких-то песен, а потом я не знаю, что это такое, неизвестно. Выбирайте местечко, друзья, для исполнения кубинского бального танца. Музыка. Следующим танцем Андрей сейчас скажет, какой. Начинается на полуне и заканчивается на урку, на зурку. Точно, полонез мазурка! Вот это? Вы не в этом работаете, Андрей Саша? Это же сразу видно, интеллектуал. Дорогие друзья, полонез, мазурка. В нашем исполнении исполним... Ну ладно, трижды сегодня не будем, давайте дважды, пожалуйста. Yeah.
Спасибо, друзья. Это была Полонез Мазурка. А мы продолжаем. Какая-то полька. Какая-то полька, друзья. Опять мы разыгрываем наш прекрасный барабанчик, чтобы выяснить, какая полька будет следующей. Берлинская. Друзья, пожалуйста, танец перехода партнера. Берлинская полька. Пожалуйста. Штраус опять возвращается в нашу музыкальную жизнь. Сейчас мы выясним, кто же здесь у нас любитель берлинской польки. Итак, друзья, пожалуйста, поуже круг немножко, поуже обязательно, да, чтобы нам не бегать на переходе. Спасибо. Отлично, мужчина спиной к центру, музыка звучит. И каблук носок, галоп, галоп, соскок, подскок, и раз. 5, 6, 7 и правые, левые. И две ладошки под правую, и мужчина вперед по линии танца, переход. И сначала раз. 4, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Три, 2, 4 и шаг подскок, шаг подскок, шаг подскок, шаг подскок, переход. И сначала. Раз. Переход. И ой, проигрыш, проигрыш. Глазки, глазки, смотрим. И сначала. Раз, два, три, четыре. Галоп, галоп. Ра-та-та, ра-та-та. Шаг, подскок, шаг, подскок, шаг, подскок. Переход. Три сначала. Друзья, спасибо большое, замечательно. Видите свои пары. Сколько у нас сегодня полек. Прям полечный вечер. Дорогие друзья, мы возвращаемся к европейской программе и исполним медленный фокстрот. Какая-то невероятная мелодия. Йогура Кору. Ну, такое необычное название. Мы посмотрим, посмотрим, что нам там прислали подписчики. Итак, медленный фокстрот. We'll be right back.
Спасибо, друзья. Сегодня у нас, видите, играет оркестр, объединенный оркестр, дважды краснознаменный имени Стрелки Дмитриевских вечеров. Он находится за колонной, его поэтому не видно. Но видите, какой хороший звук у нас. Акустика, как-никак. Спасибо. Я вас приглашаю, друзья, на вальс «Гавот». Пожалуйста, у нас уже был венгерский бальный из больших танцев. А все большие танцы, видите, у нас ближе к концу вечера. Пожалуйста, выходите на паркет. Андрей в совершенстве владеет вальсом «Гавот». Татьяна, да идите. Андрей мне говорит, я пришел учиться спортивным танцам. Я говорю, отечественный танц. Он говорит, да я на стрелке выучу. Вот, поэтому вот видите, боевое крещение прямо сейчас. Музыка пока не звучит. Пока не звучит. Пока не звучит. Звучит. Современная композиция «Модный друг». Переходит 5, 6, 7, 6, 6.
4, 5. Мы же, у нас квадратные голова. Нам нужно завершить композицию. Спасибо большое, друзья. Вернемся в свои пары, блеск, это был модный рок. Ну что ж, друзья, следующий танец — кружевница. От вот этого скучного танца мы переходим к искрометному, темпераментному танцу. Великолепному, ну без иронии, друзья, на самом деле. Великолепному танцу Галины Михайловны Кондратенко. Кружевница по линии танца. Давайте распределимся, станцуем мы этот танец дважды. Дальше было, да? Народу было. Итак, иногда ты как? Музыка звучит, друзья. Отечественный танец в русском характере. Прямо сегодня, 15 июля 2023 года, день, который мы посвятили середине лета, экватору лета, кружевница. Огромные мужчины. Самбо, друзья, это моя попытка реабилитироваться за первую самбу, друзья. Сейчас посмотрим, что он включит нам теперь. Ну что же там будет за бразильская музыка? Попробуем, друзья, пожалуйста. Beber, água de beber.
Спасибо, друзья, за вашу самбо. Ну что ж, три волшебных буквы. Б, Ф, В. Бананы, фрукты, вишня. Нет. Друзья, пожалуйста, мы станцуем с вами по линии танца. Танец Ивана Николаевича Кусова, большой фигурный вальс, дважды под музыку Иоганна Штрауса «Сына» над прекрасной голубой Невой. Знаете шедевр Штрауса? Над прекрасной голубой Невой. Сергей, вы знаете такую песню? Над прекрасной голубой Невой. Та-та-та-та-там-пам-пам-пам-пам. Знаете вот это? Над прекрасной голубой Невой. Итак, пожалуйста. Страуша приезжал, смотрит на нашу реку и говорит: вот эта река, как Дунай, только лучше. Ах, Нева! И говорит: Иван Николаевич, вам нужно обязательно собрать танец. Раз, два, три, четыре, дорожка вперед. Иван Николаевич говорит: конечно же соберу, и будет вот здесь вальс. Пары будут танцевать 8 тактов. Ах, полет вальса, целых 8 тактов станцуют. А то они как разойдутся, и ручками так красиво. Туда, сюда, туда, сюда. А то минут на секунду расстанутся. Но чтоб восстановить пару опять раз. Поклоны, пожалуйста, спасибо большое.